Депутаты окружного совета от фракции «Единая Россия» Татьяна Одинцова, Владимир Веницкий и Андрей Яцишин побывали в военно-патриотическом клубе «Воин» в Чесцах. Он открылся в 2017 году. Его воспитанники занимаются начальной военной подготовкой, рукопашным боем, тактической медициной и спортивной стрельбой из пневматики. Ребята также ходят в походы. Партийцы обсудили с руководителем клуба, тренером по единоборствам Максимом Федоренко, варианты совместных мероприятий.